И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и продолжаю играть в эту прекрасную и замечательную игру Ark Survival Evolved на острове. Короче, два дня. Два реальных дня. Я это говно искал. Два реальных... Ладно, может быть, не реальных дня, но... часов по 8 в день я точно тратил на поиски. Два реальных часа в день я тратил на поиски. Ну да, 170-й. Вчера я психанул и решил записать хотя бы про этого макаку. Отлично, снял, все замечательно. И... я потом искал просто гик. Я их просто спавнил, пытался что-то сделать, найти, но... когда я уже был отчаялся, он нашелся, четвертый левел, да, тот самый, который дал мне третье сердце. Хотя, если бы первый бы не забагался, я бы не потратил целый день на его поиски. Но да, бог с ним, да. Самое главное правило, которое я усвоил, вот из всего вот этого... смотрите на боссов, которые вам нужны для прохождения карты. И в течение выживания собираете лут, который вам будет нужен. Все. Вот реально все. Я артефакты собирал быстрее, чем это последнее сердце. Браво, Аркентавец, конечно, у меня так нехило подкачался, прокачался. Прям прокачалась, окей. Вот. Прям сильно прокачалась. Потому что на ней я летал очень много. Но все замечательно, все просто великолепно. Сейчас. А чё, да, я весь лут уже туда скинул. Все, огонь. Сейчас пойдем на дракона. Только надо броню починить. Так. Да, я тут. Ну, всякие вот эти вот альфа-чей убивал. Кстати, я же вам не рассказал, блин, в прошлом выпуске еще не рассказал. Короче, я пока искал этот лут, я себе апнул левел. Апнул, я бы даже так сказал, больше, чем просто левел. То есть я качнул чибика, и еще, как видите, уже почти половину я качнул сверху. Да, у меня теперь 108 левел, у меня открылось это. Я апнул его... еще когда искал вот атак консоль наблюдения, ну это для роботов и так далее, я этим всем пользоваться не буду, сейчас объясню. В общем, апнулся я тогда, когда еще искал лут для этого, для мегапитека, поэтому вот как-то так. Насчет тег, да, у меня сейчас откроется весь, я имею в виду весь доступный тег, который я могу открыть с помощью этих трех боссов, но пользоваться я им не буду до операции. Почему? Потому что, как мы знаем, а кто не знает, сейчас узнает, что первопроходцы тег открыли только на Extinction. Ну как открыли на Extinction? Ой, на Extinction, на операции. На операции, господи, все туплю. И, собственно, с этим связано появление Роквелла, босса, и как бы оттуда он и взялся. Поэтому весь вот этот элемент, который у меня есть, вот здесь это 3500, кстати, просто я его юзать не буду. Я что хотел сделать? Я хотел сделать, а могу я это руками же могу сделать? Могу руками сделать. Вот это, кстати, забаганное говно, я не знаю, как от этого избавиться, но фиг с ним. Могу сделать нестабильный элемент и нестабильный осколок элемента. Я хочу их сделать. Ой, господи, как ты долго будешь делаться? Не, давай мне один хотя бы. Вот. И прикол. Я ж это убил проматерь и потом выбил элемент. Много элементов, там 200 с лишним. Сейчас он где-то, мать его, за ногу. А, он там, наверное, убранный. Вот, я его потерял. И голову параматери потерял. А потом я вспомнил, что я создал специальный сундук для этого и сюда его положил. Я реально... Вот он. Испортится через... О, так он еще испортится через... Слушай, давай посмотрим. Вот. Я думал, реально уже мне придется опять параматери убивать. Благо там для них лут. Изичные пещеры, изичные... Ну, блин, это был просто... капста. Ладно, давай подождем.
осталось чуть-чуть. Здесь как бы написано, что он типа стабилизируется, станет элементом, но испортится через меня, конечно, прикалывает. Да, все-таки он правильно, он становится элементом, и теперь я, по идее, его могу использовать. Нестабильный я уже проверил, я не могу использовать. Шлепс. Да, вот один элемент у меня есть. Все отлично, значит, все правильно. Ну окей, прикольно. Просто реально я... Я не знаю, почему я до этого... Что там? Количество выровнял? А, не, показалось. Я не знаю, почему я до этого не делал, не создавал его. Может, думаю, боялся какого-то соблазна, но типа, камон, я 3000 кое-как наговорил за все этот весь период. Погнали! Давай туда-сюда, вот это вот застрял весь, блин. Осталось мне пройти... Что так стемнело? Осталось мне пройти драконов всех трех. И мы сегодня, надеюсь, это сделаем. И я установлю вот так же флаги, только вот с этой стороны. Должно быть прикольно. Ну, типа, скажут, трех сторон, там флаги, да. Круто. Ну, по крайней мере, мне эта задумка пришла в голову. Я считаю, это круто. Мне насрать, кто что думает, но это все равно круто. Вот. Так. Кто у меня тут не прокачанный, а? Ладно, фиг с вами. А, тут еще у меня спрашивали на стриме у Лилу. Она же чудо из ниоткуда. Про стримы. Ну и, собственно, она тоже спрашивала. Ну, стоять все нафиг, не двигаемся. Стой, гад, не двигайся. Ой, ёпта, уже замок. Я там чуть... Ой, тут сколько у вас в инвентаре накидано. Ну и нафиг вас. Стримы, блин. Со стримами. Вот, вот это сраное сердце, которое я искал. Долго искал. Вот это вообще изи нашел. Вот эти дольше искал, чем вот это. Ну, это я вообще походу собирал. Это походу собирал. Это прям как нифиг нафиг. Гиги на локалке очень плохо спавнится, если честно. Ну, то есть... Очень плохо. На серверах они спавнятся намного легче. И, кстати, я увидел, что... А, что, давайте вызывать гамму. Дракона. Я увидел, что на серверах и вызов босс... Очки ботаники. А, точно, я Рилку убивал. Очки босс... Фу, господи, очки боссов. О, все, короче. Этот... Боссы работают немножко по-другому. То есть... там... На локалке. А, не, без лагов. Я думал, залагает. Не, не нормас. Так, о чем я, о чем я, о чем я, о чем я? Пассив, давай-ка сделаем нейтрал! Нейтралку! Иди сюда, собака плешивая! Я тебе сейчас голову да подкручу! Да пошел ты! Стреляет он тут! А че его так много нанес? Хороший у меня это! Так, надо отбиваться вот от тебя. Так, от тебя. Димур Фаддон, пошли в жопу! Ненавижу вас! Короче, стримы, короче, суть в чем. Это я не хочу запускать параллельно два сезона, можно так сказать. Это, короче, так, все за мной. Это получается, у меня будет, то есть, выживание на сервере и выживание на это, ну как бы такое себе. Да пошел ты! Да мать вашу! Да нет, короче, не идите за мной. Иди сюда. Ты сюда сказал? А может ты приземлишься? Давай, 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 давай! Иди ко мне! Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне! Ой, ты красавчик, молодец, прискакал! О, и ты тоже иди сюда! Ой, да иди ты в задницу, а! Летают тут такие! Мне тоже. Диморфодоны, это самое ужасное! Я Ой, завтра у Лилу будет стрим о том, как она будет убивать дракона, и это будет очень смешно. Как будет и Димфадон убивать, если она к этому не подготовится. О, это ты зря, короче, приземлился, братан. А, чё? В атаку давай. Братва, мочи козла. На. О. Ну, потому что у меня клёвый Динос. Тут этим все сказано.
завтра она пойдет это, я прям предвкушаю, что будет жопа полная. Вот видите, я не могу залезть к нему в инвентарь, а дроп мне сразу же весь попадается. То есть и голова, и флаг. То есть на локалке это так. И это удобно, кстати, это чертовски удобно. Ну, потому что здесь я один, а там возможность того, что их было несколько. Вот, поэтому дропалось. Оставалось в инвентаре, типа кто залутает. Так вот, по стримам. Я не могу, просто чисто физически, этот сезон я стримить не могу. Я могу только за кадром стримить, но это неинтересно. Типа, кому? 5 часов лутания, летания и убивания диносов. Причем со спойлерами. Ну, такое себе. Во-вторых, два сезона я параллелить не буду. А вот здесь загружается долго. О, говно. Окей. Вот это загружение... Прогрузка была очень долго. Да, да, прям это... Непонятно. Вот сюда он загружался. А туда вообще быстро изично. Погнали! Ох, я уже предвкушаю, что я пойду на Скёрч скоро. Вызываем босса! На этого хватает! И хватает! Ну, я на всякий случай проверить. Лучше перебздеть, чем недобздеть. Есть такая хорошая поговорочка. Эх! А зарядить? Ну, я тише, пассатиже. А, не, нормас успел. Ну, чё ты вот это вот там... Ну, пропустите! Пропустите! О, спасибо. Главное... стойдеть, мать вашу! Куда? Блин, они все за мной присвистанные были. Побежали тоже за мной. А я думаю, чё я пройти не могу, а они все за мной бегут. Так, яркость-то надо вырубить, чё я в натуре вот это-то. Так, бетовский. Иди сюда. Вот, блин, я из-за твоей головы ничего не вижу. Давай, приземляйся. Так, надо перезарядиться. Перезарядиться! Не получается, потому что сильное население получается перезаряжаться. Так. Чё тут у них с хп? Ой, с хп-то всё, огонь. Да чё ты вот, ну чё ты вот достал-то? Господи. Оружку достань, я ничего не вижу. Ах, это ужасно. Эк, братва, вся ко мне. От меня. Стоп, земля, отлично. Эй, такая хорошая была игра. Да, я был маленький. Ну, сейчас она тоже есть. Вопрос только в другом, кто в нее играет. Но не об этом. Сейчас. Стоять, пап. Ты кого там стреляешь? Я тоже буду стрелять. Ты стреляешь в моих детишек. Не, ну камон, я их вырастил. Да. Ну, в лаву они, конечно, ныряют, но... Там урон. Я, кстати, на саблезубе в лаву падал два раза. Я думал, я обосрусь. Но благодаря седлу урон там вообще проходил мизерный. Прям вообще. Все ко мне! Ща будем мочить! Козлов! О! Погнали, погнали, погнали! В атаку! Так, отцепились все и в атаку. Все в атаку пошли. У-ху! А я вас буду хилять. Я такой крутой хиллер, я вас всех хиляю. Конечно, вам это нафиг не нужно. Там урона по 109 наносит. Это седло, это... Эти седла, это что-то с чем-то. Это реально. Вот, вот. Да, не могу зайти, вот здесь-то я точно могу. Да, конечно, то, что Лилу придумала, типа, с них эти собирать... Шкрипкин, это прикольно, но камон, на этой карте этого еще нету, не было, по крайней мере, на первопроходцах, так что и у меня не будет. Я повелитель драконов. Собака, давай крутись, 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 крутись. Оп. Она же была... Я провалился. Да. Ты смотри, какая хорошая картинка. Так, не, вот так вот надо. Ага. Ну, хотя нет, дерьмовая картинка, на заставку делать не буду.
И... Да, я даже собрал все, что нужно, и ничего лишнего. Экс, как это выглядит снаружи? Снаружи это выглядит круто, но лучше побудем внутри. Будет смешно, если в Динос улетят, а я нет. И обидно за потерянный лут. Все, погнали мочить его. Это... Супер. Это супер, это означает, что я скоро закончу остров. И улечу отсюда. Еще пройти три вознесения надо. Мать вашу, отпустите. Тут жирные живы, ну просто ужас. О, здесь мои яички еще. В смысле не мои, я... Ну вы поняли, короче, до сих пор еще лежат. Так. Иди сюда, летун переросток. А мне? А где? О, я ж тут, короче, это... Я это, что-то в группу-то не выложил. Вроде бы скрины должны сохраняться. Это... Ёпта, вы же за ногу. О, а ты что, сразу приземлился? Братва, в атаке. Так. Ёпта, вы же за ногу. Зачем я эту нажал? Кнопка, да? Я сейчас просто не ту кнопку нажал. Вот, а теперь отцепились и все. Я не ту кнопку нажал, я нажал, чтобы они это двигались туда, я тупой. Я помогаю. Не, ну честно, с таким уроном я не кисло так помогаю. То есть это я вношу урон как один из рексов. Вот он читер долбанный, ты за скалой прячешься. Не, конечно, я-то больше читер в том плане, что это... Нас столько много. Ротво? Хиляемся. И все за мной. Ну нафиг там стоять в этой лаве. Ну, кстати, здесь лава не дамажит. Наверное, на серверах такая фигня, что типа лава дамажит, а здесь лава не дамажит. Ну, как-то так. Как-то так. Вот. Все головушки, драконушки. 740. Погнали отхиливаться! Я че, их зря делал, что ли, в таком количестве? Звук просто ужасный. Но смотри, я успеваю восстановить. Это еду до того, как... Че ты, переел, что ли? Что-то остановилось. Лево. Кайф! Так, все, все стоять. Погнали домой. Ну так вот, я на эмоциях так и не рассказал. Я убил титанозавра. С дробовика. Ну как с дробовика? Я стрелял по нему из дробовика. Но добил птером, когда там оставались копейки хп. Как это сделал? Да он забагался, как идиот. Ну, по-другому мне сказать. И ничего не мог сделать. А я тем временем в него стрелял спокойно, стрелял. Потратил, конечно, патронов, там, ядреное количество. Но зато... Получилось прикольно. Да. Кстати, тут прям не кисло продамажили. Если вот посмотреть... То есть вот они не подамажены, от учитывая, что я их уже подхилял, они здесь уже постояли, подрегенились. То есть некоторые прямо греблись, прям конкретно. А все из-за пламени хитрить его сраного дракона. Пламя дракона надамажит очень сильно. Вот, и вот про что я говорил. Три флага, хоть и плохо видно, кстати, вот так будет видно лучше. Вот. Ну, прикольная площадка для телепортации, прям блеск. Клево. Ну, а на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ловить лайк, комментировать, делиться моими видео с моими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.